Надеюсь, на физре мы будем играть в баскетбол. А я надеюсь, что физрук нас не заставит отжиматься. А ты что, боишься показать свои слабости? Пацаны, надо будет отжиматься, будем отжиматься. Мы же сильные, мы же почти баскетболисты. Почти баскетболисты, да не баскетболисты. Мальчики, привет! Мы уже готовы идти на физру, а вы готовы? Готовы. Ну вот и отлично, пойдемте разомнемся. Мы все-таки еще лидерши, нам не привыкать. Сейчас только шнурки завяжу. Главное, чтобы учитель нас не заставил бегать кросс. Ну ничего, девочки, мы спортсменки. Покажем, на что мы способны. Томас, а это что? Это мой приз, я вчера выиграл тир. Ладно, ребят, давайте сегодня не будем опаздывать и появимся вовремя. Погнали! Погнали! Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, учитель Боб. А ты почему сегодня без спортивной формы? Простите, пожалуйста, но я ее забыла. Я не знала, что первый урок сегодня будет физкультура. Я бы могла побежать домой и забрать, но я далеко живу. Извините, пожалуйста, больше такого не повторится. Вчера ты опоздала, сегодня ты без спортивной формы. На третий раз прощения не будет. А я тебе говорила, что первый урок физра. Забыла. В следующий раз получишь низкий балл. А где остальные ребята? О, учитель Боб, остальные ребята — это очень непунктуальное движение. Они привыкли опаздывать. Типа черлидерши и типа баскетболисты. Они себе много позволяют. Ладно, тогда начинаем урок без опоздавших. Учитель Боб, мы пришли вовремя. Звонок только прозвенел. Так что не надо записывать нас в опоздавшие. Да, правда, не опоздали. Становитесь все в строй. Учитель Боб, я надеюсь, мы сегодня будем играть в баскетбол. У нас-то неплохо получается. Учитель Боб, или мы можем показать свои тренировки. Мы черлидерши! Блин, Ваня, хватит этих понтов. Ребята, я думаю, сегодня мы проведем соревнования. Мне нужно две команды.